Чем вы планируете заняться в новогодние праздники? Всем привет! Ну, на самом деле праздники будут сказочными, потому что я планирую отправиться в город Москва, там кататься на коньках на Красной площади, а потом меня ждет город Казань, я там буду на интересном обучении, связанном с моим бизнесом. Отдыхать. Поеду в Приморье к родителям, и там будем отдыхать на шашлыки, отмечать Новый год, весело проводить праздники. Ну, может быть, Новый год, коньки, шашлыки. Отдыхаем, с семьей время проводим. Я буду отдыхать и спать, и валяться под елкой дома. Отдыхать. Это долгожданные праздники и выходные. Конечно, буду отдыхать. Ну, где там, горки кататься, может быть, съездим на, как там, на Заимку Плюснина. Ну, что-то так. Только для души, только зимний отдых. Ходить в театральную студию. Что еще можно? Даже не знаю, наверное, в кино. Потом, может быть, куда-нибудь отдыхать, уехать с родителями. И, наверное, все. Ну, мы с дочерью в Харбин едем на танцевальный конкурс. Ну, буду проводить время с родителями, как бы. Я проведу дома с мамочкой, с папочкой и с кошечкой, и все. Я буду гулять с друзьями, поеду на Заимку. Вот, ну, встретимся, я недавно была в лагере, встретимся с лагеря с друзьями. Я буду петь мантру Хари Кришна. Буду смотреть сериалы. Поеду в Владивосток к семье, к любимому парню, с друзьями. Со своими родными и близкими. С родителями. На спортивных объектах города Хабаровска. Свои новогодние каникулы дома буду проводить, отдыхать от работы. Покататься на сноуборде, встретиться с друзьями, шашлыки, природа, скорее всего так. Дома с детьми. Thank you.